Сегодня немного хочу разнообразить видео на своем канале. Да, вот таком вот я вот интересном сатирит, как его, аватаре, в VR-чате я сейчас нахожусь. Хочу, в общем, разнообразить немножко видео на своем канале. И у меня выбор пал вот именно на VR-чаты, потому что у меня не так давно пришло уведомление от Portal News, ну, я просто подписан на канал, пришло уведомление от Portal News, что предлагает пройтись по 12 самым красивым мирам. И я думаю, а почему бы это еще и не записать? Вот смотрите, вот источник, значит, самые красивые миры в VR-чате. И я вот здесь вот насчитал их 12 штук. Я думаю, сейчас потихонечку по одному, как бы, по порядку и буду проходить. Сама VR-чат-платформа достаточно популярная. Смотрите, на данный момент 24 тысячи игроков сейчас. Пик у них хороший, больше 50 тысяч, только за сегодня, за 24 часа, больше 30 тысяч. Ну, в общем, Portal News весьма такой неплохой вроде как источник информации. И давайте первое, значит, у нас идет Нью-Йорк, Нео Нью-Йорк. Нео Нью-Йорк отправляет игрока в самую известную улицу Нью-Йорка, Бродвей. Если вы давно мечтали попасть в Нью-Йорк и почувствовать себя маленьким человеком, затерявшимся среди огромных офисных многоэтажек, то обязательно посетите этот мир. Вот так вот он выглядит. Ну что ж, отправляемся туда. Ну что ж, давайте тогда, может быть, спустимся вниз, что ли, не знаю. Не, ну смотрится красиво как-то, да, много всяких объектов разных. И в поезд вроде еще на уровне, кстати говоря. Так, как отсюда выйти? Опа, а вот и выход, да, оказывается. Да уж, посмотрите, какие здоровенные дома. Обалдеть. Жаль, такси нельзя поймать. Что, прям туда может даже спуститься? Не, вряд ли. Ну, давайте прогуляемся. Так, зеленый, а почему? Мне, смотрите, зеленый горит. А идти нельзя, все проезжают. А такси можно взять? А, он занят, занят, все. Нет, нельзя. Занято. Неужели там действительно такие, это как автобус? Да не, вряд ли, что мне кажется, нет таких там автобусов. Это что, или футуристическое, наверное, что-то. Хотя хрен его знает, я в Нью-Йорке не был, может быть и так. Не, ну сделано красиво, конечно, да, неплохо. Смотрите, сколько объектов и людей добавлено, и ФПС неплохой. Ну, скорее всего, за это его и... Все, дальше не пускают. Дальше уже ресурсоемко, наверное, было уже все это делать. И то, да, задний фон, это как убран немножко. Музычка такая спокойная. А извините, а можно я пройду, пожалуйста? Они нарушаются. Ты нарушаешь, ты нарушаешь. Вот ты, вот ты, вот и ты, и ты, и он. Так, бегом, 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 бегом. Блин, ты чё, обалдел? Смотрите, такси-полиция. Так, может быть, в Нью-Йорке нельзя на зеленый ходить, а я пошел. Хотя вряд ли. Заказать ничего нельзя, да? Люди стоят и офигевают. Блин, чувак. Ты чё здесь, это какого? Здесь всем пофиг на дорожное движение. Ну, здесь так себе, не очень. Ну, в общем, я не знаю больше, куда идти, поэтому... Ну, посмотрели. Давайте дальше. Так, Нью-Йорк готов. Дальше у нас идет Хорсе Маунтейн. Гора лошадок, по-моему, так. Так, мир тра-та-та, VR-чат погружает вас в заснеженную локацию с горами и озерами. Главной фишкой мира стала возможность покататься на лошадях. Ничего сложного нет. При приближении к виртуальной лошади появляются подсказки о том, как ей управлять. Ну что ж, давайте попробуем. Итак, мы в горах
Опа, а вот и лошадки. Можно тебя погладить? Смотрите, как мы сейчас смотримся. Ну-ка. Пока это что такое вылезло? Ой, я даже не знаю. На что-то нажал, наверное, ладно. Я в горах. С лошадями. Как их сюда... Как их сюда... Ну, в общем, ладно. Так, что у нас тут с этим... Ой, да ничего не буду настраивать. Блин, ну тоже красиво смотрится, конечно. Пейзаж такой. Ну-ка, дай-ка я посмотрю подальше. Блин, ну да, слушайте, неплохо. Не знаю, как это все будет смотреться на мониторе, но... Производительность 120 Гц, все... Так, ладно, что я здесь хожу? Давайте уже на лошадь запрыгнем. Какую? Давайте по считалочке. Ой, да ну у меня все матершинные считалочки. Нафиг. Так, просто садимся вот на это место. А, ее просто можно вести с собой? Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Иди, иди сюда. Вот тебя я выбрал. Сесть. Так, взял управление. А, ну ладно. Ну, прямо вперед. Ой, это тяжело. И типа вот так вот ходишь и смотришь, да? А как побыстрее? Нет, я на эту больше не нажму. Все, эта кнопка вообще-то про другое. Так, это, вперед. А, все, 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 вижу. Понял, нашел кнопочку. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Блин, как быстро бежит, а? Я, может быть, это, в монтаж добавлю, это, ну, звон копыт. Ну, я так понял, что просто пробежаться. Не знаю, насколько... А, кстати, в гору, смотрите, куда-то поднимаемся. Ну-ка, дай-ка потихонечку. Потихонечку. Ой, тихо-тихо-тихо. Спокойно. Спокойно. Не знаю, насколько большая локация, но... Ну, выглядит неплохо. Кстати, птички. Надо посмотреть, как будет смотреться на компьютере. Ну, должно быть нормально, по идее. Ну, речка видно, да, такая каша немножко. Хотя нет, здесь нормально, более-менее. Ну-ка, дай-ка я пройдусь. Нет, лед толстый, я не должен провалиться. Сейчас иду. Так, ладно, пойдем дальше. Ну-ка, могу я на лошадь прям туда? А, да, могу, смотрите-ка. Обалдеть. Да. Блин, зеркало оставил. Ну ладно, в конце. Так, ладно, сильно много я здесь, наверное, не буду. Тебе спасибо большое, что покатала. А то просто, ну, я не хочу сильно надолго ограничить. Ну, это какое, чтобы... Короче, 12 миров все-таки надо как-то распределять время. Ой, давайте до туда добежим, там какая-то развилка интересная. Ну-ка. А, ну здесь просто это. Ну я вот что-то куда-то убежал. Тропинка-то идет туда, куда-то, да? А я убежал в эту сторону. Ну, в общем, ладно. Вот такой вот мир. Мне нравится, что здесь стабильный FPS. Задний фон такой хороший. К управлению можно приноровиться. Неплохо так, в принципе. Ну и все. Давайте теперь дальше посмотрим, что у нас дальше. Так, следующее. Космория VR Museum of Space. Так, ну давайте тогда пропустим. В общем, тогда Космория пропускаем. Ну и хрен с ним.
Давайте тогда в другие Альпы отправимся. А это что, не Альпы? Нет, это не Альпы. Короче, идем тогда в Альпы, вот в эти, Альпин-Лейк. Так, в Альпин-Лейк, тра-та-та, нет никаких активностей, кроме прогулки по гигантскому миру, но он вас удивит своей фотореалистичностью. Ну-ка, давайте посмотрим. Альпин-Лейк. Вот он. Ух, ничего себе, слушайте, да, блин. А это действительно смотрится классно. Ой-ой-ой, ну и FPS вы видите, да? Моя 3080 сказала, ты не сюда, ты не по адресу, беги отсюда, пока можешь. Блин, ну... Ну да, это фотореалистично, конечно, смотрится классно. Даже 60 FPS еще дают. Если что, не помню, говорил, не говорил. В общем, у меня 3080 Ti. А процессор и 5 13600K. А это что такое? Ну-ка. Ой, инфа не надо, все, я не буду читать это все. Так, ну давайте ниже спустимся, что ли, там. Блин, слушайте, смотрится класс. Большой мир, то есть я так понимаю, что здесь можно ходить туда, куда-то уйти. Но я сильно... Блин, я бы, конечно, хотел бы сейчас... Слушайте, я знаете, что придумал? Я на перемотке возьму и добегу до туда, до верхушки. Только сначала я хочу забраться, дойти вот до озера. Блин, вот здесь вот нужна лошадка. Здесь нужна лошадка, я не знаю. Велосипед, что угодно, но, блин... Что-нибудь. Блин, ну смотрится классно. Конечно. Здорово. Вот смотрите, время 22 часа 20 минут. Ну, в общем, вот я добрался до, не знаю, спустился в этот каньон. Обратите внимание, время, да? 22 часа 26 минут. Это вот сколько получается? В общем, я на монтаже зафиксирую, сколько времени мне потребовалось, чтобы дойти до сюда. Спускаясь, я так понял, что вон оттуда, да? Или оттуда? Ой, хрен знает. Короче, хотел на гору забраться, нафиг. Я тогда вообще это как дойду до туда, блин, только, наверное, в 23:00 примерно буду подходить к верхушке. Нафиг, нафиг, не-не-не-не. Sky Lanterns. Так, тра-та-та, помимо красивых видов, можно попробовать загадать желание, отпустить в небо виртуальный фонарик, либо зайти в виртуальный храм. Ну, давайте попробуем. Я бы сказал, весьма тоже фотореалистично или нет?
скажу, что я не разбираюсь, не знаю. Но смотрится неплохо. FPS стабильный, картинка должна быть у вас тоже весьма красивая. Четко все очень хорошо видно. Ну, здорово. Прикольно. Я так понял, что повсюду можно полазить, да? А что там написано? Типа, запустить что-то можно? Так, подожди-ка секунду. Секунду. Хочу зафиксировать сразу. О! Красота. Привет, подписчики. Так, ну что тут у нас такое? Туда-то не зайти, да, я так понял, что никак удобно. А, нет, можно. Блин, я уже это хотел фонарик включить, как в Half-Life. К голове уже подношу, чтобы включить. Так, ладно. Ну и чего тут у нас? И как запускать эти... Что можно сделать-то сейчас, секунду? Так, здесь можно попробовать загадать желание, отпустить в небо виртуальный фонарик, либо зайти в виртуальный храм. А, ну в храм я зашел. Ладно, давайте выйдем отсюда. А фонарик как запускать? Блин, ну тут тоже немало, похоже, что ходить можно. Ну-ка, сейчас посмотрю, что там у нас есть. Ой, ладно, я не знаю, есть ли там ответвление вперед дальше или нету. Сейчас я вот туда вот сейчас в бок зайду, посмотрю, что там. Нет, ну глаз радуется, приятная графика, приятно, стабильно все, самое интересное, что... Так, ага, понятно. Так, а прыгать? Вот как прыгать. Опа! Так, что у нас еще есть тут? Ой, я не знаю, как, в общем, запускать. Надо ходить, смотреть. Явно тут тоже не маленькое пространство. Скорее всего, где-то что-то я упускаю из вида. И, наверное, где-то можно... Может быть, и наверх туда можно смотреть. Там что-то есть ведь, да? Ну, темно, правда. Ну, тут где-то надо фонарики найти. С фонариком не должно быть темно. Ну-ка, сюда можно зайти? Ку-ку. Сквозь текстуры зато можно посмотреть. О, фонарик. Вот это фонарик, нет? Нет, это свеча. Ой, не знаю. Ладно, в общем, вот так, вот такая вот. Что такое? А, вот он, фонарик-то. Вот, пожалуйста. Запустил, полетел. Ну-ка, вперед. Давай. Ай, красота какая. Вы только гляньте на эту красоту. Красиво, красиво, ладно. В общем, погнали дальше.
Следующее у нас идет. 2000-й Classroom. Ну, давайте посмотрим. Так, Classroom, довольно маленькая локация, но абсолютно фотореалистична. Возможно, в ней на вас нахмурно вспоминания школьные классы. На доске можно вести видео, прорисовать мило. Ну, давайте, да, посмотрим. Так, как он еще раз? 2000S Classroom. Ох, ничего себе, сколько шарух, смотрите. Обалдеть. Ладно. Ну, вот мы опять в школе. Свет можно включить? Нет, свет не включается. А жаль. Ну да, фотореализм, конечно, классный. Только почему-то немножко притормажен, хотя FPS вроде стабильный. Блин, смотрите, насколько, да? Прям вот реально я как будто бы нахожусь прям в самой школе. Здорово, здорово. Посещаемость 0032. А, это просто... Таблоид, смотрите, какой, да, как прозрачный планшет такой в виде... Забыл, как называется. Так, ну-ка, можно порисовать. Смотрите, да, рисуешь когда, как по-настоящему отмела эти кусочки мела, в общем, лайк. А он еще и заканчивается, блин, вроде. Так, лайк, подписка. И не пропускайте серии новые. АБВГДИКа. В общем, вот так вот. Блин, ну здорово, да. Ну-ка, а эти можно? Да, смотрите, все стирает все это. Круто. Интересно. Хм, надо же так сделать. Шкафы, ну, посмотрите, прям все. Такое ощущение, прям RTX здесь включен. Ну, идеально просто. Я не знаю, либо это ручная работа, либо здесь прям настолько реалистично сделано, что это... Ну, видите, да, это прям... Прям как по-настоящему все. Классно. Ой. 5% заряда аккумулятора. Ну, это все легко решается, просто взял. Я уже приготовил тоже на всякий случай. Пауэрбанк. Опа. Все, можно продолжать. Так, ну что ж, теперь. Что я хотел? А вот что я хотел. Не получается. Ну ладно, как-то так. О. Давайте следующее. Здорово. Конечно, классно. Теперь. Надо, скажем, уже вести видео. Ой, ладно, фиг с ним. Так, следующее. Инокашира. Coin Station. Что-то японское. В этом мире воссоздана реальная железнодорожная станция, которая расположена в столице Японии. Мир небольшой, но выполнен в приятной цветовой гамме. В сети можно найти сравнение виртуального и реального места. Похоже, буквально все. От туалетов до предупреждающих вывесок. Ну-ка, давайте посмотрим, что это. И на Кашира Coin Station, да? Так, ладно. Не знаю, кто это. Сразу сортир пошел. Есть то? Но даже сортиров нет. Ладно.
12:15 время. Не, давайте на станцию сначала сходим. Станция, это вот она. Ну, обычная пока что станция, ничего такого особенного. Единственное, может, да, тут воссоздано все до мелочей. Типа вот на такие вот так вот в Японии. Такая вот станция. Где там написано было? В столице, да? Нифига у них это столица. Столько деревьев в центре. Так, насквозь можно пройти? Нет, нельзя. Блин, ну что, бегать придется тогда. Тут непонятно, что у нас. Побежал я домой пешком в Россию. Может, там поинтереснее будет? Ну-ка, давайте туда сходим. А, туда не пускает, да? Ну, так интересно. А здесь что такое? Ой, а тут уже что-то... Что-то интересное. Здорово, почему-то у человека не прогрузилось этот... Аватар не прогрузился. Так, ладно. Тоже стоит, разбирается, на какой-нибудь мир ищет. Ну-ка. Лифт не работает. Ну, чуть замер такой. Я бывал в таких мирах. Помню, кстати, перед Новым годом гипермаркеты там открывать начинают. Блин, слушайте, там, ну, это как вот такие красивые эти места делают. Помню, как называется, супермаркет в виде... этот, Гарри Поттерского, короче, там книги летают. Заходишь в комнату, там... всякие интересные киоски. В общем, перед Новым годом очень много, большая посещаемость в VR-чате. Такой самый пик идет. Ну, в общем, еще одна очередная платформа, я так понял, что здесь. Так, ладно, ну, так себе. Следующая пойдем. Так, это седьмое готово. Восьмое. VRC... О, Хогвартс, только заговорил, кстати. Так, VRC Хогвартс. Если помимо VR в списке ваших хобби входит Гарри Поттер, то обязательно посетите мир VRC Хогвартс. Как и гласит название, вы окажетесь в замке Хогвартс, где можете погулять в большом зале и локации со знаменитыми подвижными лестницами. Кстати, в VRC Хогвартс есть мини-квест по сбору карточек, по завершению которого открывается секретная комната. Это я вряд ли буду делать. Так, ну давайте, VRC Хогвартс. Fancy seeing you here. Welcome to Hogwarts. Ну что ж, вот мы и в знаменитом Хогвартсе. Я не фанат Гарри Поттера, мне больше нравится научная фантастика. Хогвартс, по-моему, это прям вот фантастика, фэнтези, прям из всем фэнтези. Карточки. Ну, это, скорее всего, какие-то вот эти вот карточки, наверное, да? Ой, я сидя играю, тут нет кнопки сидеть, я не знаю. Короче, ладно. Блин, или... ладно, сейчас поднимем. Так, сидя. Взял. Стой. Вот так вот приходится. Если, ну, играешь сидя, то только вот так вот приседать. А, или да. Нет, да, нет. Короче, где-то... Вау! А вот это красиво смотрится. Здорово. Музей Хогвартса, можно так сказать. Это вот здесь вот они, да, сидят, это что-то там, ну, это какого? Я смотрел, да, но...
Не знаю, может быть, даже одну часть. Но такое место я помню. А где лестница подвижная? Давайте найдем, посмотрим. New head, new fate. Let the sorting commence. So, where would you like to be placed? Ой, подожди, не знаю. Placed, скорее всего, место. Выбрать место. Ah, вот. You found the famous witches and wizards card collection board. Не-не-не, я не буду карточками заниматься. Это надо искать карточки. Вот они, они разбросаны. А что такое? Деньги подобрал. Кто-то деньги потерял. Ой, ничего себе. Это же это. Блин, я заклинаний не знаю, поэтому уж извините. Ну, FPS немного проседает. Ой, вот смотри, сколько лестниц там впереди. А вон лестницы, наверное, про эти лестницы, да, имеется в виду? Нифига себе. Ну давайте пройдемся. Картина живая, видите, нет? Кстати, туда тоже можно спуститься. Но я не буду, я так пройду сейчас. Вот мне интересно вот наверх туда подняться. Смотрите, как там здорово. Может, сейчас возьмет какая-нибудь картина, оживет. На всякий случай на эту картину замылить. Так. Не знаю, это из реального фильма сделано или нет. Я думал, будет прям лестница подвижная, а тут просто они передвигаются туда-сюда. Или там place, где было написано на выбирать, а я не выбрал, не знаю. Ну ладно, ничего страшного, пройдемся так, я немного не хочу это самое. Хочу ограниченное количество времени провести и сразу же вышел. Следующий посмотреть. Ну-ка. Блин, как посмотреть-то? Вниз-то. Пауэрбанк просто мешает. Не-не-не-не-не. Нафиг, нафиг. Так. Классрум астрологии. Блин, тут что, целое здание, что ли, вас создали? А, я думаю, что такое? Это стекла такие, да, наверное? Блин, здорово. Крутяк. Смотрите, впереди еще что-то там такое. Дискотека. Вот мне кажется, ну, кто это какого? Ну, кому нравится этот, как у Гарри Поттер, вот, ну, тем, скорее всего, интереснее будет. А, это этот. Как же это, блин. Забыл, как называется. Ну, я знаю, что солнечная система, но это... Само-то помещение, как это называется-то, блин, вылетело из головы. Блин, ладно, забыл. В общем, вот так вот. Красиво, да. В виртуальной реальности действительно красиво. FPS хороший, FPS все нормально. Ну вот кому интересно, с друзьями взялись, прогулялись по этому, по этим мирам пройтись. Так, восьмой это готов. Девятый. Warm Obscura. Нету ничего, никаких этих. Так, просто красивая, уютная комната для медитации и общения. Можно выйти на улицу, посмотреть на фейерверки и звездное небо. Давайте. Так, вот я здесь. Ух ты!
Ничего себе, это действительно сами рисуют, что ли? Тут ведь есть всякие эти мастерские. Ой, точно одел, смотрите, я хожу с ней. Ну-ка, дайте-ка посмотрю. Блин, забыл в Хогвартсе-то сделать этот. Нет, так красивее. Лео, ну-ка. Нет, не одевается? Ну-ка. А, нет, одевается, можно так ходить. Давай так похожу. Нет, мешать будет, я боюсь, что это... Текстуры немножко выходят. А, что такое? А, зеркало, я понял. Ну да, это себя на себя красиво посмотреться. Обстановочку. ФПС уничтожить. Давайте выключим. Стабильная картинка просто будет. Блин, красиво. Да, действительно красиво. Посидеть, помедитировать, не знаю. Верчать. Ну, это уж, если уж медитировать, там, я не знаю, надо... Ну, в принципе, а почему нет? После работы взял, включил, сел тут и это какое. И сидим, медитируем. Ой, а там еще комната какая-то. Ну-ка, давайте туда сходим. А туда можно попасть? А, вот, вот проход. Ух ты! Красота-то какая! Хоть здесь звук есть этого. Тихий, но есть это звук воды. Фонтанчики небольшие. Эти свечи благовония. Ну, красиво, да, неплохо так смотрится все это дело. Контраст такой, да, из, ну, выходишь из светлого красного в темный, такой приятно голубоватый, что ли, не знаю, какой-то цвет такой прям синий, что ли, не знаю. О, смотрите, смотрите, как хорошо, ну, красиво смотрится. От света блики идут, да, вот такие вот. Блин, здорово, классно. Так, ладно. Ну да, мирок небольшой. Ой, тут даже еще можно выйти туда. На дерево я не полезу. Ой, там еще и дальше что-то есть. Не такой уж и маленький мирок-то оказывается. Светлячки повсюду. Ой, слышали? Я какую-то птицу, по-моему, напугал. Если это, конечно, птица. Потому что летит она очень похоже, как на... Этот... Летучая мышь. Ну, я понял, что можно до туда дойти. Ладно, я не буду сильно заострять внимание. В общем, красиво. Вот так вот все это. Больше всего мне вот это понравилось. Да хотя и там тоже красиво. В общем, неплохо, да. Действительно интересно. Так, ну что у нас дальше? Девятый. Десятый. US... Nightbound, короче, язык сломаешь, Dusk. Здесь можно пройтись по американским спальным районам с частными домами и даже зайти в гости в два дома или на заправку в магазин. Кроме того, доступны игры в бильярд, сапер на виртуальном ПК, шахматы и другие мини-активности. Давайте посмотрим. Так. Ну вот так вот, спальный район Америки. Ну ничего пока необычного. Скорость соблюдай. Быстро не гоняй. Со скрипом. Так, ну что ж, двери открыты, значит, нас ждут гости. Это, надеюсь, не хоррор? Есть кто дома?
Ну да, неплохо. Здорово. Проработано все. Ой, смотрите. На дальнем. На заднем плане. На заднем дворе, точнее. Как красиво смотрится, да? Блин, здорово. Ну-ка. Ой, класс. Вот задний двор меня порадовал. Двери открываются? Открываются. А можно на задний двор посмотреть со второго этажа? Ага, я уж это как думал, неужели еще и это? Блин, и графика такая неплохая. Кстати, мир весит 500 с лишним гигабайт. То есть, представляете, да? Это немало для верчата. О чем это говорит? То, что он не маленький. Ну, много текстур, скорее. Ой, смотрите, что-то... Нет, это не Титаник. Просто... Картина красивая. Здорово смотрится. Это тоже какое-то что-то взаимодействие. А, ну этот. Ладно, фиксно. Так, здесь я был, здесь свет на включить бы. Сейчас. Ух, какой-нибудь страшный. Ну почему свет не включается? Кто-то в бутылочку здесь играл. Так надо убирать за собой, чтобы не полиция. Блин, а что свет-то выключил? Я не пойду сюда. Страшно. Так, ладно, пойдемте вниз. Так, туда... Да ладно, туда не пойдем уже. Комнаты как комнаты. О, американцы живут, да? Фига себе, домишки, блин. Не маленький, да, не маленький. Наверное, скорее всего, туда можно зайти. Ну, не во все дома, там написано было пару домов, то есть, скорее всего, не во все. Да, я сюда смотрю. Как-то... Ой, смотрите, как там красиво. Блин, ничего себе. Это же джакузи. Бильярд. Ну да, со вкусом сделано. А вы знаете, я, если честно, взял бы вот из такого пространства... Выделил бы где-нибудь комнату чисто для VR. Вот убрать это там, ну, по бокам что-нибудь развить, а в центре прям лепота была бы, если вот много места, это прям идеальнейшее это для VR. Вообще круто. Пока беговые дорожки там разработки все эти. Было бы очень здорово. Тук-тук. Уютно смотрится. Только телевизора не хватает. Ой, как классно. Смотрите, как уютно смотрится. Здорово, да? Детская. Уголки все такие мягкие, то есть... А, не все, но все равно. Ну, здорово, классно. Двухъярусный... Ой, какой двухъярусный, подожди-ка. Снизу компьютер, сверху спальня. Интересно. А это за соседними наблюдать. Кто-нибудь переодевается там. Или душ принимает, хоп. Смотреть. Так, ладно. Круто. Джакузи, блин, как попасть? Как попасть в джакузи? Ну-ка, можно попасть в джакузи? Блин, скорее всего, можно, но... А как? Подожди, действительно, как туда попасть-то? А, во. Ой, хорошо. Не то. Ой, классно. Только не крутите никому.
стоит такой в труселе. Ну вот в самую тему залез, ведь правильно? Так, ладно, дальше пойдем. Это что-то... А, хлопушки, наверное, нет? А, нет, это напитки какие-то. Так, ну и давайте посмотрим, знаете, что еще? Этот, заправку. Заправку дойдем. Вон она, заправка. Мост, здоровенный мост, да. Уж я без понятия, это какого. По ценнику я тоже не сориентирую. Ну а здесь все так же. No smoking. А почему нет? Сделай покурить. Чё нет? Вообще курить вредно, но на заправке в Америке курить ради бога. Эх, покататься бы, блин. Вот реализовали бы такое, хоть по району покататься, да? Представляете, такой сил. Блин, смотрится здорово, а? Ух. Жаль. Фри пепси, врут. Врут, ничего тут нет такого фришного. Ну, что американцы едят? Чипсы. Не знаю, что. Пиво совсем. В общем, вот такая вот штука тут. Ладно, давайте дальше. Посмотрели. Есть интересное что-то. Так, организм. 11-е. Первое место в категории «Самый большой и странный мир» получает организм. Он представляет собой бродилку-квест по сюрреалистичным пространствам с коридорами, похожими на советские постройки. Мир вмещает до 80 человек. Ну что же, давайте отправимся в организм. Это, по ходу дела, кто устал от городской суеты и хочет себя добить вообще полностью, то добро пожаловать. Здесь, мне кажется, можно свихнуться от одного вида наверх. Подъезд номер один, подъезд номер два, подъезд номер четыре, там, наверное, третий, да, он третий. Ой, я не знаю, ну пойдем сюда, ладно, допустим, 01. Красиво, да, смотрите. Вот все, ну, цвета такие интересные, неон и сочетание с отражениями разными. Ну, мне вот такое вот нравится. Класс смотрится. Атмосфера такая. Это действительно, как там, сюрреализм или как там. Ой. Домофон. А, я зашел в подъезд. И ходит такой, блин. Так-так-так. Так-так-так-так. В носочках. Посторонним ход запрещен. О. Да, точно. Очень похоже на... Ой, сами знаете, что. А здесь за... О, нифига себе. Понятно, крыша течет просто. Тут по очереди дежурят, чтобы как только вода набирается, чтобы выносили. Ну что, пойдем вверх или туда пойдем? Здесь что-то ремонты идут. Ух ты, нифига себе. Кстати, по весу мне тоже не маленький. Кто сказал? Дзынь. ФПС хороший, картинка, значит, должна быть. Отличная. Ну, это стабильная. Нифига себе скорость лифта, блин. Ну чё, я так и буду подниматься, что ли? Не, давайте я вниз спущусь. Здесь разбиться нереально, поэтому ничего страшного, так спущусь. Пойдемте здесь лучше. Так, ну ладно, это, в общем... А, нет, что-то там еще есть. Музыка такая спокойная, да, еще это. О-о-о. Сейчас туда и нырнем. О, вот эти подъезды, да. Вот такие вот именно подъезды это.
Ну, в общем, это в домах бывает. А, ну я здесь бы мог подняться просто, ладно. А, еще и выше можно. Не-не-не, выше я нафиг. Там смотрю еще что-то еще. Не, давайте это какой еще один подъезд какой-нибудь выберем. Так, куда ты упал? Ау! На лифте, кстати, можно подняться, наверное. Лифт работает? А, да, все. Типа поднял меня куда-то. Ну давай еще наверх поднимусь, ладно. Блин, вот эта высота. Ой, в VR хорошо она чувствуется, поверьте мне на слово. А что она не спотеет, потеет немножко. Блин, все выше и выше, короче, это... Я чувствую, что одним тогда подъездом ограничимся. Я не знаю, что там. Там еще третий и четвертый подъезды есть. Блин, сколько тут всего. Блин, ну красиво смотрится, несмотря на то, что все-таки простенькое. Чем-то немного Half-Life даже напоминает. Было такое, где внизу пропеллер, или как пропеллер, короче, этот вентилятор, и он поднимал наверх. Ну ладно, я, в общем, здесь-то, наверное, остановлюсь. City Space немного напоминает сцену из фильма La La Land, не смотрел, не знаю, где главные герои танцуют в Гриффит-парке. Сам мир не самый детализированный, местами с рваными текстурами, но в нем можно сделать крутые скриншоты со своим аватаром. Ну-ка посмотрим. Что-то такое романтичное играет, да? FPS, ну нормальный этот FPS. Ну-ка, кстати, ради интереса. Вот так вот, да? И сделаю-ка я ради прикола 72. Сейчас стабилизируется. Да, все. Интересно. Ну, у меня стабильнее, да, стало. Для этого и делается, как бы ограничить FPS. А как на мониторе будет смотреться, мне интересно. Но я сделаю теперь обратно. Это я так сам для себя посмотреть, потом все. Так, ладно, пойдем посмотрим, что у нас тут. Блин, фонарик бы не помешал. Кстати, у некоторых аватаров есть эти фонарики. Кто, у кого есть такие, то можно посветить куда-нибудь. А то я так иду, не знаю, не вижу даже куда идти. Ну, красиво, да, красиво смотрится, конечно. Так, значит, да? Ой, да ладно, никуда я не пойду. Не знаю, там туман страшный. Вот здесь вот сидеть. Так, ну что ж, теперь возвращаюсь, наверное, я в пятерочку, где начал. Ну что ж, вот посетили мы 12 рекомендуемых нам этих миров. С днем рождения, жопка. Так. Ой, лаги какие, блин. Надо проверять. Звук будет. Вот. Ой, лампа, ничего себе. Ух ты, кто-то лампу выкинул. Мир прогружается. Вот только с пятерочкой вот такой вот. Тут много народу просто сидит, а пока это все прогрузится. В общем, вот так. Неприятно. Да нет, типа, это не больно. Это некрасиво, блядь. У меня ногти только послезавтра. Ладно. Так, пускай разговаривают, общаются о ногтях. Ой, это Илон Маск. Ничего себе.
генетически выведенные кошка-девочки для... Да, для колонизации Марса. Генетически выведенные кошка-девочки для колонизации Марса. Чего только не придумают, обалдеть. Да что такое-то? Ой-ой-ой. В общем, это какое. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да, вот сколько народу. Страшно, бля. Что думаешь, могут напасть? А ты... Я бы знал, в каком мире не живу. Подписывайтесь на канал. Это не так страшно, но просто вот как-то так получается, что я все время на наркоманов натыкаюсь. Запикаем. Запикаем. Макшнакнекс. Макдокнальк. Так, ладно. Есть уже разговор такие. Смотрите, и попугай под музыку такой. В общем, ладно, вот здесь-то я остановлюсь. Все, лайк, подписка. Надеюсь, вам понравилось. И до следующих выпусках.